Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тут частной охраной занимаетесь? Чего это частная охрана? А? Не, ну просто так интересно, как вы такой частной охраной. Как это как? Мы так сотрудники бывает. Милиции. Да, да. Бывает, мы находимся что, на маршруте патрулирования. Руководство говорит первый раз, патрульную да. службу, что вот вы охраняете какой-то объект. Да, или вот этого человека. Такого не бывает. Это бывает. Стереотипы. Ну, а вы кто? Бывает. Да, представьтесь, пожалуйста, удостоверение покажите. Хорошо, если вы сначала. Конечно. Понятно, вы платите. Андрей Викторович, да, инспектор патрулирования. Это... Если патрулируете, то что вы так журналисты с... тоже наши. С автоматом это да. ходите по улице. Это вы же первый раз видите? По-моему, уже с полгода. Нет, так, я привык в центре видеть, что патрульно-постовая служба выходит из автомобиля патрульных. Это пеший. С оружием. А вот пеший наряд в центре очень много, если вы обратите внимание, возле автостанции там пеших ходит с автоматами. Вот этого не помню. А частная охрана, это, да? Это автостанция привоз, да, и вот этот ряды, которые идут в ЖД вокзал. Там у них стоит патрульно-постовая служба, ну, то есть автомобиль стоит на либо возле трамвайных рельс, либо если там пеший, внутри этого. Если пеший. Я говорю, что с автоматами не видел. Без автомата, да, видел пеший. Лично подходил, обзал. Приходите на сити-центр, будете чаще видеть с автоматами пеших. А, на сити-центр, да. Хорошо, я с оставили их тут, теперь забрали. Здесь с автоматами пишут.